Все, включил запись. Кстати, тебя будет слышно, если что. Все, буду молчать. Нет, почему? Не молчи, просто... Я шучу. Не молчи. Постой. Просто поговори со мной. Я не прошу ни о чем. Боже, хватит петь. Ты о чем-то просишь зато, да? Что-то мне на вращении не везет. Блин, поставить бы с Амазонкой один на один, чтобы никто не мешал. Или пошли договорняк. А, конечно, сюда убоя именно. Ну, не знаю, может, удовольствие получаешь от стояния один на один. Я возьму свой фиолет. Когда я ебу того, кто стоит против меня, я получаю от этого удовольствие. Я возьму фиолет, Амазонк, ты рыжую, и посмотрим, кто кого заебет один на один. О, бассейн у меня тут. Даже геноморф у меня тут. Вот они ждут, когда я голду начну бить, походу. А нет, ушли. Ладно, я, короче, голду-то забираю. Они думали, что я просевший по хп, а я не просевший, наверное. О, гену забирает наш. Так а я же ему показал же, что там в лесу враг. Что-то я на карте, а теперь Амазонка не нагибаю. Не, главное такой, я же нажал, говорю, в лес. Он такой, и... Я такой, и ты, ну, бло. Логично же. Так, ладно, я попробую сейчас глянуть глиф. Может, быстренько. А, блин, обнова. Надо тебе обнову, нет? У меня ни одного навыка еще пока нет. Ну, я возьму, чтобы им не досталось, короче. Так, ну вот что мне теперь делать? Лес чужой идти. Ганга бесполезна. У меня нет еще гипноза. Ну, давай попробуем просто, я прокачусь по ней. А, вон она какая. Она у тебя раненая. Давай сейчас сзади. Да, нахер вылезет с подушечки. А я катнусь на нее? Вот и она. И вот ты пошелся назад. Ну вот, я спалился теперь. А, за мной геноморф. Кто там? Геноморф, да. Ну, короче, осторожнее, отступи назад. Я пока еще лес позабираю. Чужой воровать не вышло. И на кота. Мне кажется, они уже его забирают, наверное. Да, наверняка. Так, надо либо своровать, либо что-нибудь такое. Так, у меня гипноз теперь есть. Блин, радиуса не хватило. Попробуем, нет? С ведьмой должны как-нибудь... О, отгоняй его просто, а мы будем бить. Все, забрали, наверное. Окей. Тогда опять кач. Кошмливый Амазон. Ну она молодец, не сдыхает.
У меня проблемы. ТП-шусь. Еее, я успел. Блять. Зря умрешь. Вау, ты выжил. Ништяк. Я им еще тут раздам. Вовремя я к тебе пришел-то. Прям буквально еще чуть-чуть, и он бы тебя ударом последним убил. Без проблем. Так, я серый пак ворую. Вот тут ТП-шится ко мне нага. А я нагло ворую дальше. А это не нага. Кстати, а кто не близко? Нага, наверное. Ты не поможешь мне тут это отступить? Только что там хер взяли? А все, она ушла. Наверное, пак хотел своровать, и тебя ганкнуть, может быть, не знаю. Подожди, у них нага на низу стоит. Так, мне нужно срочно тапки, а то мана не хватает. Я ведьму на голду пригласил, приколись. Но она почти всех избрала, так, 3 или то 4. Нага в моем лесу там побегала и убежала. Так, иномор живой. Думаю, надо скопище сейчас открыть, как думаешь. О, блядь. У меня проблем. И у меня нет ТП. Я еще с тех пор, как на тебя потратил, не откатил. Ну, они, конечно же, тоже ТП нет. Ну, ладно, мой косяк. Надо было щелкнуть на карте, они же не поймут так. У них нет связи. Почему сразу твой? И ихний тоже. Амазонка на меня агрит, очевидно, что сейчас ган готовится. Mm-hmm. Это психология, как в покере. Я как всегда жадный, мне лишь продамажить и похуй, что я знаю, что меня сейчас не могут выбить. Ай-яй-яй, хреновый ты игрок в покер, значит. Да. Так, у меня есть, короче, скопище, который всех вокруг замедляет. Может пойти гануть кого-нибудь? Сейчас голду гляну по-быстрому. Так, нет, ничего. Иду на лука. Ты готов? Ты там только не умирай. Ой, тут химера. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Замедлила я. Уходи, 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 уходи. Она медленно ходит пока некоторое время. Ох, ништяк, вот это сделал. Нормально, нормально, я сам. Все. Ну ты сам, ты чё не ушел-то? Да меня мой рапчет заутило. А, она не давать уйти. Ну ладно. Так, я прокатываюсь отсюда. Нага меня бьет. Ай. Загенетизировала. Там еще сильно. У нее скопище. Убегай. Ай. Я если я бить ее не буду. Не, все нормально. Если я ее не бью, просто я не хиляюсь. Ой, Мойра, как ты в тему ТП шел? А, Син! А, бля, помогите! Помогите, мать вашу! Еле выжил. Чё вы сюда? Кот, наверное, скоро, и Син там. Так, ну я обратно иду. Кот. Так тебе нага. Эх, вся убежала. И лук, и Син, все тут. Сейчас прибегу к вам.
Так, кота бить или все-таки что-то еще сделать? Тут, по идее, син невидимый. А, вот, все, вард. Гена невидимый у нас. Надо кого-то принимать тогда. Ну, сейчас вот Гена прыгнет, наверное, невидимый. А, он аму хочет. Окей. Меня убивает. Убили. Очень там неожиданно это было. Не знаю, я засиял что-то, они даже не ослепли нисколько. Ну, 5к перекач на 12 минут. Так, нормальненько, более-менее. Причем у них, по-моему, син уже вышел 10, а гора у нас 12. Блин, син разумный, это очень плохо. Но он зато не прокачанный, это очень хорошо. Так сейчас скачается, что случайно не берет. Посмотрим. Оба там видел что? Наши в лесу снизу. Там под стремлом хер что делать здесь. Тем более этот разумный наверняка. Да ладно, химера сапой. Проблемка. Мы все тут сдохли. Нага просто, что нага просто. Уйди в лес. А я виноват, что там в лесу, блин, оказался еще кто-то. Причем это даже было видно, а мы все равно продолжили его бить. Так. Возьму инвиз, чтобы никому не достался. Бери. Блин, гипноз просрал. Че, они хотят нападать с горой? Реально. И все сдохли. Заебись. Меня башня забрала. Не, ну это просто офигеть. Под башню прыгать. Я и гора. И ведьма, и все сдохли. Да, это было очень глупо. Ну не бросать же мне их, блин, если они уже нацелились. Ведьма ультанула, блин. Хотя, может, стоило и бросить, кстати, да. Смотри, они поставили вард, который не видит невидимых. Я вижу. Лук позволяет себя дамажить. Блин, хочется в их лес, но там опасно, блин. Амазонка сыкло прям. Ну так она зато не кормит. Мы видишь, какие смелые полезли под башню, сдохли. Просто если бы я был таким, ну, это, блин, пока доеду, у меня бы гангали не знаю кого. Ну, как видишь, я проходил пару раз и не смог загангать. Ну, я ей просто вел, что... Кто знает. Геноморфа гангает.
А, нет, все нормально. Я нашей Ами нашей ведьме землю поднял. Кот. Сейчас я голду заберу и туда. Смотрите, что творится. Я вольтея. Нет, это сбили. Сука, как я... Ну, блядь. О, я сдох он. Эти все дохнут. Сдохли. А нет, смотри-ка, успел. Блин, в своем лесу сдохнуть, ну пиздец. Ну я сказал, что меня только сбили. Да это я ничего. Давай тогда харась, там проноси башню, еще что-нибудь. Ну. Я, пожалуй, глаз, наверное, куплю, потому что уже невозможно. На кота идем. Я с глазом. Стремло. Быстрее, стремло. Они сделали все-таки первое, что... Ну ладно. Давай кота сбьем. И на лучку. Давай прям под башню залетим. Оба гена. Дай пройти, Загипнотизировал, да. Мочи его. Я замедлил. Да, все. Ведьму теперь. Вау, как я умираю быстро. Убили ведьму, все. Ты сейчас сдохнешь. Все, сдох. Убери лука, хорошо. Уходи, уходи, тпшься. Уходи, давай. Вау, ты жесткий какой, охренеть. Ай, молодец. Да, он меня сейчас синг сберет. А ты тпшься. Эх, не успел. Ништяк. Лох. Это круто было. Правда, я потерял глаз. Тоже как лох. У нас перекач, блин, не знаю, как можно с таким перекачем что-то не сделать. В прошлом бою не сделали. В каком прошлом? В прошлом бою у них был перекач. Да? А, ну да, как у меня был. Да, ты у нас был Джон Коннор, который не справился со своей миссией. Да. Оба гангают, а ТП и нет. Убежите там. Ну, хенер ушел, не понял. Ты ее преследуешь, что ли? Ты убить хочешь? Ах ты псих ненормальный. Жестко. Так, я наконец-то микростан открыл. Не прошло и 100 лет. Теперь волю сейчас накачаю, будет офигенно. Нанизу проблема, а у меня 5 хп нет. Ну что ж такое? Да не проблема, тут гангать мы пробовали. Нифига не вышло. Ихнюю нагу, короче, трудно пробить. Она меня перекачала. Минус один. Молодец. Ну ты затащишь теперь бой просто. Yeah.
Я кому-то не сложу. Я говорю, тебе инвиз нужен? Кто? Инвиз тебе нужен? Там да гора взяла есть? Гора уже его. А. Она уже взяла его. Да ну и похеру. Я на агой все равно хреново гангаю, даже с инвизом. У меня почему-то не получается. Ой, внизу что-то творится. Внизу что-то очень плохое творится. Пойду пока к верхней лестнице посмотрим. Я напугался. Да ладно, они же гора не видел. Не. Короче, ТП к башне делаю. Иду к вам. По крайней мере... Вроде не бьют. Ну, без меня, Нас тут четверо должны как-нибудь. Гора ультанула в одного. Ништяк вообще ульта. Спасибо, шамат. Че, ломаем все, наверное, пока мы тут пятером. Пока у них нет лука. Не знаю, просто. Вообще, отлично, ульта, только никого нету рядом. Нормально. О, син. Я свечу, у меня глаз. Где он тут? Где эта сука? Вон этот сука. Они дебилы, они дохнут по одному. Кто? Соперник. А почему я Сина не видел? Неужели он был за радиусом? Мой глаз зря пропал. Ну, короче... Я еще не понял. Я... Что они сейчас делали? Тупо да потому что сдохли, да. Ну, а я пассивно бегал, лес забирал. Видишь, тоже не очень. На 1-4, нихера себе сыграл. Не люблю я, короче, лесниками играть. Гора 5-1.